Bagi Anda yang duduk di samping pintu darurat, diminta mempelajari cara pengoperasian pintu darurat yang tertera di kamar. Продали мне кофе. Я думал, оно бесплатное, но они мне его продали. Еще я заполнил какую-то там декларацию. Странная форма. Ну что ж, попьем балийского кофе. Не знаю как, но с русских тоже требует визу. Практически закончились небольшие трудности с покупкой билета в Денпасар, а также с визой, которую пришлось все-таки купить, понервничать немножечко, потому что везде написано, что виза уже не нужна. Немного перекусив в известной кафешке, буду искать отель, потому что первый вылет в Денпасар только в 3 часа дня. Вот я и в отеле. Отель, конечно, так себе посредственный, что-то комнатушка, да, домик. Самое прикольное, это, конечно, в окошке. Я выгнал, свежий воздух, классно, 5-й этаж, свежий воздух. Такой выхожу, такой, хоп, такой, ух ты, туда вид, ну ладно, дом напротив, сюда вид напротив, дом. А оказывается, это вообще помещение, тут нету ничего, тут нету воздуха, это помещение. Вот такие дела. Обещали халат на букинг. Стоимость отеля 500 рингит. Discovery — это для теток покупать себе шмотки, тряпки, там, артиллярские товары, короче, никакого, даже Apple нет в магазине. Один какой-то ларек с GoPro-шкой стоит, и там маленький, там, одна GoPro и все просто. Ну, движуха такая, движуха тут. Как в Таиланде, короче. Нормальные, вообще. Это 7, вот такие вот магазики. У меня байк сегодня. Собираются, короче, толпы малазийцев. И херачат своих петухов на петухов.
забрел на какой-то Микки Бич. Похоже, какое-то название. Ну пока не знаю, купаться есть какой-то. Вроде пляж есть, так ездить, купаться есть, музычка есть. Парк. Типа, похоже на наши Бангтаун. Водичка, я бы сказал, прям грязненькая. Поедет на север смотреть волны. Ну и как бы камушки, камушки, камушки. Чуть-чуть пляжа и камушки, камушки, камушки. На боне, короче. Ну, наконец-то я увидел этих людей, которые носят на голове всякую хрень. Как они на голове носят эти килограммы? Есть? Там же, наверное, килограмм 10. Я поехал дальше. А вот там уже, да, там уже волны видят. А, нет, это лодки гоняют. Надо на север съездить куда-нибудь туда подальше. Солнце еще высоко. Но намотал я уже километров 15, наверное. Чуть-чуть севернее, а вот там у нас Микки Бич, там Микки Бич. А тут, короче, отдыхают местные чувачки, такие на расслабончик. Прикольная штука, попробую я здесь снимать чуть-чуть. Там типа обрыв какой-то должен быть, наверное. Там что-то такое чирикает. Птички поют прям уже. Уже, наверное, ближе к закату. Короче, у меня айфона нет, я вообще без рук, без карты, без всего катаюсь. Тропа кончается, птичка вылетела прямо с под ног. Ну, направо, налево. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдем. О, о, уже что-то да. А? Что-то да уже, да? Да-д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 а
короче, какая-то ерунда, ну как все, ну красиво, но не то чтобы прям. В Азии, то что нечего поесть, вот так видишь, ни ранеточки не растет тебе. Вот ты че не растет? У нас рябина, да, калина, да просто идешь по лесу, всегда есть черемуха какая-нибудь там. Все что-то растет, тут ни хрена не плодоносит вообще. Относительно храмов на каждом шагу здесь. Ну конечно стоят эти статуэтки везде. Но это не храмы, как бы, это просто какие-то, ну как в Таиланде тоже, стоят эти храмы. Какие-то боги там каменные, идолы стоят. Ну, не так часто, как кажется. Вот там. Наверное, какие-нибудь, может быть. Поверье, конечно, есть. Шаманство здесь, колдуны всякие. Мафия, короче, место. Шамане. Приехал полюбоваться закатом, но заката такого сегодня нет. Что это за закат? Так, сохраняй опять, да? Зато поем сейчас на берегу. Нашел какие-то
руины древних балийских укреплений, видимо. Ну, вид такой прикольный. Не видно только. Ну, это фонтана, гейзера, вулкана. Зашел какой-то храм, разрушенный отель. Думал, храм, но это не храм. Отель. Обезьяны везде лазят. Ой! Ой! Типа там океан. Еее, корифан. Зашел. Ой. Тихо. Ой, анти-манти-манти. Индийский океан. Это вообще остров Бали. Хочу заметить, что, кстати, где-то здесь, в этом месте, ну, чуть-чуть, мне кажется, там снимался фильм «Духлес» с участием Данила Козловского. Вот. Место как бы красивое, да. Я вот тут даже придумал, как тут можно пофотографировать. Very danger. Увидимся через секунду. Ты умеешь лазить, мазлыш. Сидит такой на берегу океана. Где свои? Да не бойся ты меня. Оп. Жесткая обезьяна. Не дала поиграть с собой. На любви. Спасибо. Ну, так вот меня завязывает. Все. В храме. Бабушка. В храме. Вот так вот. Вот. Все. Окей. 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 Сами не тут, надеюсь. Летино на Бали. Все было нормально, пока солнышко не вышло. Лучше бы вышло побольше обезьян. Это еще утро. Уже жарко. Экватор, детка. У нас на самом верху, но тут закрыт основной храм. Ой, бабушка. Вот следующая часть храма. Жарко. Дайте, фоткайте. Что с этим? Нормально. На металл. Там же. Туристов легко можно узнать по таким вот юбкам. Да ладно, не бойся. Лучше спокойно себе. Короче, коровы меня боятся. Ну а тут у нас обрыв, ёж корова.
обрыв ешь караван. Ё-моё, я только сам посмотрел. Так на океан смотришь, будет нормально. А туда так, оп. Может упасть. Ну вот, на их коробку будет. Тут так прохладненько, нормально, снежо так наверху, на открытом поле. Ветерок с океана дует. Ничего, так прохладненько, нормально. Может быть, меня смотрят те, кто ищет, что посмотреть на Бали. На самой-самой юго-западной точке маленького полуострова вот это вот место. А что ты не подскакала-то на корове, слышь? А, что ты на корове-то не подскакала, дурында? На корове-то как скакать, наверное, весело. Я, пожалуй, немного поваляюсь. Немножко поваляться надо. Что-то находился. I'd like some time to eat. Ну, в общем, что-то типа нашего промтеп. Такая же огромная парковка. Ну, как бы смотровая по побережью. Кубики, квадратики, кирпичики. В таком стиле все. Кубико-рубиковом. Кубиковое все. Кубики, 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 квадратики, кубики. Это вот храмы такие. Даже тут даже морды кубиками выложены. Ну, вот, собственно, я спустился со скал на песочек. Осталось немножко искупаться и, собственно, ехать уже в отель. Собираются тучки, возможно, будет дождь. Ну, в общем, вот такие дела. Храм посетил, да, по дороге с храма меня остановила полиция, так как у меня не было с собой прав, меня оштрафовали на 300 000 рупий. Ну, хотя, как бы, сначала он сказал 1 000 000, потом 250, у меня не было 50. Он сказал, давай тогда 300, ладно, уговорил. Такие дела. Так что права русские не действительные. Мне кажется, кто-то просыпал здесь 1 000 000 000 тонн пшенки. Короче, вода грязная. По локоть, вот так. Уже ни хрена не видно. После Бали я очень сильно полюбил Пхукет. И, например, не знаю, может, я мало где был. Тут, конечно, природа, говорят, что в горах там красиво, там, где эти все вулканы, там, видимо, я так подозреваю, если там есть водопады, там, наверное, огромные деревья есть. Ну, в общем, я наплавался в Индийском океане. Наверное, здесь потому что рыбацкое место, может, поэтому здесь не очень пляжно. Вот я, собственно, добрался до Таналока. Вот он, вот Таналок. Все брызги, пенится, ехать очень далеко. Очень, очень далеко. Ну так, ничего, так прикольные виды всякие. Наверное, когда океан бушует, все в черный. Do you like that as well? No, no, no.
я и там, где хотел побывать, до него. Так, вот наконец-то дошла очередь до меня. Берем этот водитель, помажем себе лоб. Так, идем, пойдем в руки. Темнеет, все, я поехал. Встретил русских йогов. Вот запомнились вот эти все ворота у них любой город, любой деревне такие вот ворота. Как будто бы какая-то скала перед тобой раздвигается. И ты как в нее проходишь. И везде вот это все. Конечно, фотографов жалко. Приехали поснимать закат. Такую даль сюда добираться очень долго. Исследуются эти поразительные. Смотрят. Когда они начинают улыбаться, они смотрят. Ты им улыбаешься, они вот тоже тебе улыбаются. Anda dapat leluasa melakukan kegiatan Anda di dalam kabin. Akan tetapi, untuk alasan keselamatan, Anda kami anjurkan untuk tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman selama penerbangan.